Здорово, народ, с вами Фантом, вы находитесь на канале One Game, и хочется напомнить, что на дворе, мать его, 2014 год. И кажется, сейчас настал именно тот момент, когда человечество в край обезумело. Я играл в симулятор избиения тёлки в ванной, я играл в симулятор толчка, в симулятор лифта, в симулятор камня, ну и настало время выйти с симулятору козы. Я не знаю, что может быть интересного в жизни козы. Лично я за все время знал только двух коз. Одна жила у меня в деревне и всюду срала, а вторая была моей бывшей и тоже всюду срала. Помнится, в 2000-х была игра под названием «Свен Властелин овец». И там нам, будучи овцой, нужно было пердолить за других овец, пока пастух не видит. Надеюсь, в симуляторе козы нам тоже достанется немного любви. Вообще, сразу скажу, этот симулятор настолько охуенен, что даже на моем мега-компьютере тупит как школьник, который вовремя не скачал. Начал ответы на ЕГЭ. Начинаем играть. Ну и уже в загрузке нам демонстрируют управление. По сути, ничего сложного. Как любой житель гор, мы можем бить в табло, кидать с прогибу и продавать спайс, видимо. И вот мы оказываемся в меню и уже летим по городу, мирные жители которого даже не догадываются, что за чудо спустилось к ним с гор. Ну, будем покорять столицу, слушай, да? Ох, наконец-таки игра началась, и мы тут прям в загоне с другими козочками, слушай, да? Козочки такие горячие, конечно, может нам познакомиться даже удастся с кем-нибудь. Но несмотря на то, что яйца у нас отсутствуют, да, я буду все равно чувствовать себя реальным, гордым, горным, никому не покорным козлом. Пришло время покорять столицу, да? На данный момент у нас совсем ничего нет, ну прям лютый симулятор выживания Дага в Москве. А тут нас, сука, какой-то уже Ашот высматривает. Эх ты, чертов извращенец! Попробуем его ушатать! Бля, мы случайно еще какого-то борцуху-спорцуху ушатали. Главное, чтоб нас сразу по 282 тут же не посадили. Нужно, пожалуй, валить искать работу. В игре вообще много всего интересного, и для начала я решил найти себе дом. Да, было бы неплохо, потому что открытый мир, и лучше всего было бы поселиться на дереве. Это была не лучшая моя идея. Итак, ладно, продолжаем осваивать город. Я вот нашел тут парочку батутов и решил, как говорится, посмотреть на город с высоты козьего полета. Вау, смотрите, у нас тут стройка какая-то. Я думаю, это как раз то, что нам и нужно. Нас просто обязаны взять на работу, да? Ну, мы же, во-первых, с гор, во-вторых, у нас прописки нет, а в-третьих, мы только что убили двух местных жителей. Просто идеальная кандидатура для строителя. А, бля, вот над приземлением нужно немножечко поработать. О, а вот и начальник. Салям алейкум, брат, на работу возьми, за бесплатно готов. Ну иди, ящики грузи. Так и начался мой первый рабочий день. Я так долго не был, но над по земле. Здравствуй, мой любимый Карабах. Карабах, сведущий, Карабах, растущий. Я тебя долго не видал. И за благостное отношение к работе я тут же получил повышение. Мне доверили подъемный кран. Ебанутый, не вздумай трогать кран! Радости моей не было предела, я тут же на жопе поскользил на новое рабочее место. Моему взору открылся красивейший город, я никогда ничего подобного не видел и решил, что самое время приступить к собственным обязанностям, ведь начальник просил меня быть чуточку серьезнее. Бля, мужик, ты какого хуя в кофте сидишь на подъемном кране? Ты что, ебанутый? Бля, дельтаплан! Пиздец, падай! Так меня выгнали со стройки. И я решил пойти работать на автозаправку. Так, пацаны, думаю, мы как настоящие самцы должны первым делом закадрить местную кассиршу, да? Судя по всему, она просто упала в обморок от нашей сексуальной задницы. Воу, наш козлик нехило так орудует своим язычком. Думаю, стоит пойти уже погулять с нашей дамочкой. И нет ничего тупее того, чтобы повести свою девушку на первом свидании на футбол. И именно это я и сделал. Воу, тёлка, ты в порядке? Как-то выглядишь херово. Вау, смотрите, у нас мяч какой-то забор пробил. Нужно посмотреть, что за ним. Так, ладно, тёлка идет нахер. Привет! Итак, народ, это оказалась какая-то лаборатория, и тут просто полный пиздец творится, я не знаю, как это вообще можно объяснить. Ну, по сути, это ничего плохого в этом нет, это вполне нормально, если у тебя дома хранится мешок героина. Уии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 иii
Так, над полетами, мне кажется, тоже нужно немножечко поработать. Как и Боингу 777. Пара-пара-пам. Пу! Ладно, пожалуй, самое время забрать свою тёлку и пойти уже на работу. Она всегда любила эти наши прогулки под теплым солнышком. Но вдруг что-то пошло не так. Кто-то взорвал автозаправку. Моя любимая погибла под завалами. Я был уверен, что это дело рук Абдурахмана, местного уличного гонщика. Я должен был отомстить ему. Я носу в его шашлык, я изнасилую его мать, я отомщу ему. И я отправился в путь. Бля, как же херово у меня получается косить под хача. После многих неудач я решил пойти на вечеринку к Вартанчику, самому известному тусовщику в городе. Уах, брат, знатный какой шашлык, да. Ничего не предвещало беды. Козел сидел за столом и ждал, пока Вартанчик приготовит шашлык. Но вдруг произошло невиданное. Вартанчик загорелся. Блять, Вартанчик, что с тобой? Скорее, кто-нибудь вызовите врача, Вартанчик горит, блять, вызовите, вызовите пожарных, я не знаю, кто-нибудь скорее, посыте на горящего хача, спасите его, пожалуйста. Люди добрые, что же вы стоите, то что вы же, блять, пляшете под хуйню какую-то быстрее, блять, Вартанчик горит. Ух, блять, братан, скорее, ты потушился, блять, мы сейчас я тебя, блять, к медикам отнесу, быстрее, скорее, бежим. Сука, понаставили машин, стоп-хама на вас нет, пидорасы. К сожалению, мне так и не удалось его спасти. И ведомый местью за смерть друга и девушки, я пошел участвовать в гонках против самого Абдурахмана. Ой, брат, дай приору покататься, закусочку мою тамщу. Ой, конечно, брат, забирай эту малышку. И козел завел свой таз и начал гонять. Никто не мог совладать с ним. Он был быстрее молнии. Его приора была ниже карлиц из азиатского порно. Это была самая захватывающая гонка, которую только мог видеть этот город. Конечно же, козел победил. Так, ладно, мы уже многое повидали. Думаю, было бы неплохо начать заниматься спортом. Блять. Ну просто сплошные неудачи. Осталось нам только стать фермером, завести себе жену, да чтоб дочерей нам нарожало. А потом бы мы с ними совокуплялись и создали, как говорится, идеальную фермерскую семью. Пришел я, значит, устраиваться трактористом. А там Петька Деревенский опять у трактора пляшет. Как же он заебал меня, ебанутый. Взял я машину Петьки, да расхуярил. Взял я Петьку, да и хуёво вышло, зря я так погорячился. У козла больше не было выбора, кроме как найти загадочное место, о котором все говорили. После долгого странствования он нашел его, встал посреди горящей пентаграммы, да и продал душу сатане. Зачем? Во славу сатане! Хэппи-энд! Это одна из самых ебанутых игр, в которую я когда-либо играл. За все те килограммы травы, выкуренные разработчиками, игра получает 7 милых козьих головок из 10. А с вами был Фантом и канал OneGame. До новых встреч!